Каждый год этого праздничного мероприятия с нетерпением ждут выпускники детских садов, которые в этом году впервые станут первоклассниками. Помимо выпускного бала в детских дошкольных учреждениях, для ребят готовят большой выпускной бал в парке «Экстрим», тематика которого каждый год меняется. Зал парка «Экстрим» в этот день был полон. Нарядные выпускники дошкольных учреждений пришли отметить окончание детского сада. Здесь прошел замечательный цирковой выпускной. Более 900 выпускников из 22 дошкольных учреждений города приняли участие в веселом цирковом представлении, посвященном выпуску из детских садов. Ребят пришли поздравить с праздником депутат Московской областной думы Марина Шевченко, заместитель главы городского округа Елена Виноградова, начальник управления образования Ольга Петрова, которую после слов приветствия наградили победители 15-й окружной спартакиады детских садов. На импровизированной арене путешествие по цирку для ребят приготовили поросенок Фунтик и всем известный добрый дядюшка Мокус. А помогали им будущие первоклассники, которые уже стали настоящими артистами и спортсменами. Каждый детский сад представил своих воспитанников с яркими талантами. Гимнастки, клоуны, жонглеры, акробаты и певцы. Ребятишки с удовольствием следили за приключениями мультипликационных героев поросенка Фунтика и клоуна дядюшки Мокуса, переживали за них и помогали им. Разнообразие представленных цирковых номеров поражало. Идея действительно хорошая, ведь есть чем гордиться. За плечами каждого ребенка уже определенные успехи и достижения, которые можно показать всем вместе. Детям в зале было очень интересно наблюдать и узнавать в цирковых артистах своих сверстников, а ребятам на сцене выступать перед своими друзьями. Этот цирковой выпускной показал, что много талантливых и одаренных детей в Дмитровском городском округе. А самое главное, все они готовы к школе, потому что любят учиться и трудиться.